Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Здравствуйте, мой шумный, я глупый. Ну, здесь, как вы понимаете, уже сразу чувствуется у вас проблемы с самооценкой, потому что вы называете себя глупой. Здесь чувствуется проблемы с обесцениванием себя, да, потому что вы называете опять же себя глупо, что, в общем-то, свидетельствует о том, что вы не самого лучшего о себе мнения. Вот. И здесь, как бы, вот есть, ну, такой небольшой элемент, скажем так, да, элемент того, что вы, ну, можно сказать, обесцениваете себя. Обесцениваете не только себя, точнее, вы обесцениваете и выбор, ну, выбор мужчины своего, если угодно. То есть, тот факт, что мужчина вас выбрал, да, ну, да, здесь как будто не имеет значения. А ведь он выбрал вас, он сделал вас своей женой, ну, вы как бы... вы как бы на это внимание, ну, либо не обращаете, да, либо, значит, как-то вот предпочитаете этого не видеть, вот. Хотя это очень такой важный момент для вас, опять. Дальше. Он интересуется психологией, слушает научные аудиокниги, любит беседовать о политике, не могу поддержать с ним разговор, чтобы он меня не спросил, я ничего не знаю. Ну, здесь вопрос заключается в том, а должны ли вы, вообще-то говоря, знать это? То есть, почему вы должны это знать? Ведь здесь вопрос, ну, вот таким, наверное, образом больше стоит, вот, потому как, извините, если у людей разные интересы, если у людей разные взгляды, если у людей разные предпочтения, если у людей разные ценности, вот, то, естественно, что будут различия в, ну, ну, вот, скажем так, разглядах, вот, это вполне нормальная история, вот. Вопрос, опять же, заключается в том, да, как вами, эта ситуация воспринимается, как вами эта ситуация интерпретируется, как? На мой взгляд, к сожалению, скорее плохо, чем хорошо. Дальше. Я заставляю себя читать книги, но через пару недель уже забуду имена главного героя, и вообще, о чем эта книга была. Ну, здесь, по большому счету, вы говорите о том, что не заинтересованы в том, чтобы читать книги, вам это неинтересно, у вас нет личной мотивации для того, чтобы это делать. Вы это делаете исключительно для того, чтобы, к примеру, своему мужу продемонстрировать, что вы там от него не отстаете. К примеру, и все. То есть это такая достаточно, ну, такая достаточно, я бы сказал, порочная история, потому что, ну, вы не для себя это делаете, просто. А если что-то делать не для себя, то вот, получается только вот то, что получается, к сожалению.
World. Так что тут я бы сказал, что ничего удивительного нет. Это в том, что вы забываете там про то, что прочитали, вам это просто, ну, вам это просто не интересно. Вот. И на мой взгляд, ну, это нормально. То есть опять же, смотрите, вы говорите, что я себя заставлял. Понимаете? Именно вы говорите, что я себя заставлял. Это ключевой момент, что я заставляю себя. То есть вы не хотите, вы не делаете то, что хотите. Разница между вашим мужем и вами, разница между вашим мужем и вами заключается в том, что он делает то, что он хочет, а вы делаете то, чего вы не хотите, да, так вы себя заставляете, он говорит. В этом вся, собственно, трудность заключается. То есть вам желательно здесь найти что-то такое свое, вот именно свое. А чем бы, или чем бы, или чтобы вас это как-то вот привлекал. Вот. И тогда ситуация была бы гораздо лучше, чем сейчас. Вот. А так у вас, ну просто мотивация, в школе учился, на пороге мы сообщительные, я замкнут, я он любит коллектив, я дома, но все-таки у меня есть внешность и фигура. Мы разные настолько, что даже страшно, могут ли настолько разные люди быть вместе. Екатерина, ну, вопрос, конечно, с одной стороны простой, потому что, да, могут, но вы же вместе. Вот, а с другой стороны, ну, есть, как бы, четко такое вот понимание, да, того, что вы себя не цените, что вы обесцениваете себя до уровня вот того, что у меня есть только внешняя фигура. Вот, хотя я уверен, что не только внешняя фигура, вы, как бы, цените своим мужем. Вот. Поэтому ваша задача не в том, чтобы быть похожей на своего мужа. Ваша задача скорее в том, чтобы раскрыть какие-то свои интересы, чтобы раскрыть какие-то свои, да, свои таланты, свои достоинства, понимаете? Вам не нужно говорить о том, о чем говорит ваш муж. Не нужно этого делать. Но найти что-то свое и развиваться в чем-то своем, вам можно. Люди могут быть столь разные вместе, я вам даже больше скажу. Именно разные люди больше имеют шансов быть вместе, чем люди, похожие друг на друга. Потому что похожим друг на друга людям достаточно тяжело вместе. Вот. Но, как правильно, на мой взгляд, сказал вам мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, вы, скорее всего, боитесь остаться одна. Вот, вы боитесь остаться одна, а есть у меня такое вот подозрение, вот, и страх одиночества, он действительно больше
больше про детско-родительские отношения и про восприятие себя, про обесценивание, опять же, чем про то, что вы чего-то не умеете, вы чего-то не знаете, что-то не можете и прочее. Вот это больше про вот именно вас, страх остаться одной. Ну, опять же, вы говорите, что я учусь в школе на тройке. Ну, я не думаю, что вы одна такая, кто учился на тройке. Дело здесь не в том, опять же, на что вы учили. Дело здесь в том, чего вы хотели. Чего вы хотите, да, и насколько полно вы себя, как бы, ну, воспринимаете. Потому что, если вы себя воспринимаете не полно, если вы, например, себя подавляете, да, там, и прочее, вот, то в таком случае вы не свободны. И это не свобода, да, вот это вот не свобода, да, как раз таки и мешает вам раскрыть там то, что у вас есть, те ценности, которые у вас есть, и прочее. На данный момент весь ваш потенциал оказывается, по большому счету, погребен под страхом одиночества. Естественно, боясь чего-то, естественно, опасаясь чего-то, вы не можете, конечно, вы не можете делать то, что хотите, вы не можете, потому что вы боитесь, вы бы рады это сделать, вы боитесь, вот, и как бы это, конечно, проблема. Вот. Но можно ли это исправить? Можно. Если бы работать со страхом, так быть брошенным, например, с непринятием себя, например. Вот. Все это прорабатывается, все это корректируется. Вот. И, может быть, даже мужу тогда будет с вами лучше, чем сейчас. Потому что он будет видеть, что вы тоже куда-то двигаетесь, что вы тоже куда-то развиваетесь, все прочее. Ну, а чаще потому, что вы пытаетесь быть похожи на кого-то. И вот это вот такая глобальная, может быть, позиция, что вы пытаетесь на кого-то быть похожи, на очень сильно мешает вам. Потому что практически полностью убирают возможность быть собой. Вот. Но отвечая на вопрос, да, на ваш вопрос, я могу там с уверенностью сказать, что люди могут быть вместе, так и так, мужчина же вас выбрал. Вот. Другое дело, что вы правы, что если у вас есть только фигура и внешность, то этого, конечно, мало. Этого мало. Потому что рано или поздно это начнет меняться. И как бы вы, ну, вы естественно переживаете, а вы все понимаете, что фигура у вас будет не всегда. И муж ваш может начать обращать внимание на кого-то другого. Вот. И я вас здесь понимаю, я могу вас понять. Поэтому очень важно, чтобы вы вот смотрели на что-то еще, помимо того, чтобы
главной своей ценностью считать фигуру и помимо того, чтобы быть пытаться похожей на своего мужа, что невозможно. Интересно вас сразу. Вот. Так что давайте старайтесь определить, что вам интересно, да, старайтесь найти, что вам интересно. И дальше уже можно будет о чем-то говорить. А дальше уже можно будет о чем-то думать. Вот. Ну и вам, конечно, желательно заняться психотерапией, вот, чтобы не мучиться страхами, что вас там бросят, например, вот, и так далее. Вот, ну, я думаю, что примерно так. Можно ответить вам на вопрос. Который вы задаете, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго, удачи.